В интервью с тренером сборной СГУ Аланом Дряевым. С победой вас! Сегодня набрали первые очки на турнире. Прокомментируйте выступление команды. Спасибо, во-первых. Выходили сегодня играть с командой Ставрополя. Очень хорошая команда, боевитая. Очень тяжело с ними играли в прошлом году. Там, если не ошибаюсь, выиграли 2-0, но очень тяжело нам далась эта победа. Ребята все обученные. Многие мы знаем, что играют по второй лиге за команду из Ставрополя. Поэтому, ребят, очень хорошая команда. Но у нас, конечно, сегодня больше получалось, чем у них. Вышли с одной целью, как бы играть только на победу. Нам сейчас нужно очень сильно поправлять свое турнирное положение. И как бы в каждой, и в этой игре, и в каждой следующей игре мы будем выходить играть только на победу. Как бы других у нас целей и задач нет. Если сравнивать первый и второй тайм сегодня, то второй тайм все-таки наша команда немножко подсела. Это установка на беречь силы или что? Да нет, ну как бы играли уже, счет позволял, как бы сломя голову не лететь, так где-то отойти в оборону сыграть, как бы было попроще немножко, как бы, но все равно моменты появлялись, там как бы очень удачно у нас и фланговые игроки наши, нападающие выбегали, как бы могли еще несколько голов забить. Ну, я говорю, просто так не будешь с первой до последней минуты бежать там, сломя голову вперед, как бы счет позволял где-то. И сила, конечно, тоже не безгранична, как бы. Играли вот как раз-таки второй тайм больше с оглядкой на оборону. Спасибо. Спасибо.